О том, что ждет жителей Бурятии в среду, 28 декабря, расскажу вам я, Аза Кашапова, здравствуйте. Как сообщает гидрометцентр, по северным районам переменная облачность. Днем минус 18, ночью минус 27, порывы ветра до 2 метров в секунду. На юге переменная облачность. Днем минус 14, ночью минус 22 градусов по Цельсию, порывы ветра до 2 метров в секунду. Облачно, снег и небольшой ветер до 4 метров в секунду. Такую картину могут наблюдать улан-удэнцы. Днем в столице Бурятии ожидается минус 16 градусов, а ночью минус 24. С вами была Аза Кашапова. До свидания. Меховой салон «Эринель» стал еще больше. Еще один стильный и уютный магазин только высококачественного меха. «Эринель» – это трендовые и качественные пуховики. Это шубы из натуральных эко- и люкс-мехов. Весь декабрь и январь скидки до 50%. Норка от 40 тысяч рублей, мутон от 20 тысяч. Все тренды этой зимы уже ждут вас. Рассрочка и кредит без посещения банка. «Эринель» – это инвестиции в мягкое золото. Успевайте за своей идеальной шубой. Торговый центр «Галакси», первый этаж, бутики 116 и 117.